У нас есть видео, на котором вот просто можно отследить, как девушка превращается в мужчину. Да, 6 276 000 не могут ошибаться. Действительно, в мужчину. В какой-то момент девушка Джейми Рейн принимала решила, что ей хочется стать мальчиком. И она принимала гормоны. И весь процесс превращения снимала при помощи селфи. И вот, ну, все происходит на ваших глазах. Даже не знаю, стоит ли это комментировать. Это интересно. Как минимум, в исследовательском плане. В итоге все у нее получилось. Действительно, не отличишь от молодого человека. Рада ли она, я не знаю.